Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Олександр Гамоля. Доброї раніці. Митній службі Білорусі сповнилося 25 років. Її супрацовники означили своє професійне свято. На урочистостях побувала Настасія Кучинська. Рады гомельской мытни сёлета пополнили 44 супрацовники. У святочный день у знаковом месте на Аллее Героев молодые люди принесли присягу на верность Республике Беларусь. За 23 года деятельности гомельской мытни у бюджет краины перелишена сумма, эквивалентная 7 миллиардам долларов США. За период с 1993 года выявлено больше за 40 тысяч административных правопорушений. Распачата свыше 300 криминальных справ. Ужарашним студентам, каб стать профессионалами, яше прыйдзецца вучыцца. Але ўжо зараз молодое пополнение разумее, что ад их працы у многим будзе залежыць эканамічная бяспека Беларусі. Тых, хто за гады плённай работы показал высокий профессионализм, ушановали у городским центры культуры. Заслуги многих з гэтых людей означены не только на областным, але и на республиканском узроўні. Работа в таможне подразумевает, в первую очередь, на большую ответственность. Большой объем знаний, которые необходимо освоить. Причем эти знания, которые необходимо не только освоить, но еще и совершенствовать в процессе всей своей служебной деятельности. Неважно, сколько ты работаешь в таможне, 5 лет, 10 лет, либо 20 лет. У профессийное свято гомельские мытники отрымливают узнагороды, эффективность работы всей структуры и их заслуга. С початку этого года у республиканский бюджет перелишено больше 750 миллионов деноминованных рублей. Гомельская таможня, на мой взгляд, достаточно успешно борется с правонарушениями в таможенной сфере. У нас уже 41 уголовное дело возбуждено за преступления, совершенные в сфере таможенного дела. Более 2000 административных правонарушений выявлено. И в связи с нарушениями изъято товаров и транспортных средств на сумму более 2 миллионов белорусских рублей. Выники работы гомельской мытни сцвярджают. Эта структура застается действенным механизмом державного регулирования внешнего гандлю, пополнения бюджету и умацавания экономичной безопасности краины. Настасья Кучинская, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Супрацовники державной инспекции закликают громадян больше активно использовать светлоотбивальные элементы. Стань прикметным у темры, гэты вырос не страчивая своей актуальности. Правда, как переконался Олег Сентюров, не все жыхары Гомельской области імкнуцца реализовать гэты словы на практике. Невеликий предмет, а до якого, тем не менее, может залежить здоровье и житё. Уважливый водитель убачит пешехода с фликером, навод, когда человек находится на проездной части. У речи наявность фликера просто да поможет позбегнуть штрафу с боку супрацовников дзяржаўнай инспекции. Агроградок Мичуринская практично пригород областного центра, хоть территориально лечится, все же таки сельской мясовости. А тому и потребование до мясовых жихаров у сенсе наявности надения фликеров больше жорсткое, чем у Гомелі. Сами вязковцы с корыстью светлоотбивальных элементов погоджаются, але признаются, у шмат кого их увогуле нема. Что, кажуть, за ими может здариться, коли не ходить по дорогах у ночи? Надо носить фликеры, когда идешь ночью. И когда дорог много? А я уже старый, я наибольше дома сижу. Мне вот 85-й год, так я это только днем вот так пройду, и все. Я вообще не слежу за тем, как все, я сам по себе. Одеваю фликер, чтобы, ну, чтобы видно было в темноте, и чтобы не сбили. Ради собственной безопасности просто одеваюсь. Самой свядомой у сельской мясовости оказалась молодь, когда напереди все житё, на во что им рызыкаваць. Для многих людей старого узросту, якія ранее в фликерах нават ничего не чули, и они так и не стали обовязковыми. Правда, есть тут и экономичный складник. Добрые и надейные фликеры и каштуют отповедно, каля 7 рублёв. Не каждый пенсионер готовы набыть такую речь, хоть супрацовники дзяржаўтаінспекцыі попереджывают, от отказности это не вызволяя. Выписывают сотрудники минимальный штраф в случае согласия со своей виной нарушителя. Это одна базовая величина. В целом штраф до 3 базовых величин. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Про меры по захованию дорожной безопасности в регионе сегодня пойдет размова в программе «Диалог». Гостем студии станет наместник начальника управления ДАИ Андрей Гаркуша. Глядите «Диалог» у прямом эфире на телеканале «Беларусь-3» сегодня у 19:20. Номер телефона у студии 77 68 45.
Сегодня означается Международный день мира. Он был затвержден 35 годов тому. Генеральная ассамблея ООН обвестила его днем умацавания идеалов мира сярод усіх краин и народов. Дарэчы, святкаванне у Гомельской области растягнется на несколько дней. Тематичные мероприемства пройдут во установах адукации и аховы здоровья. Первое из них – студентское свято. Оно начнется сегодня о 15 годин в Гомельском державном педагогическом колледже имя Выгодского. Удельниками станут навученцы и выкладчики семи колледжа областного центра. Святочная эстафета протягнется 22 вересня. Традиционное мероприемство «Беларусь – краина миру и сгоды» пройдет у средней школе номер 27 Гомеля – школе миру. Его гостями станут активисты фонду миру, представники органов улады и юные миротворцы Гомеля. Ну и есть у нас еще одна замечательная такая акция, что дети, которые родятся 21 сентября, мы им даем статус «Дитя мира». Выдаем свидетельство, что именно они родились. Ну, материальное пошение. Цель этой акции, когда он подрастет, и у него это будет свидетельство, он посмотрит, так я же дитя мира, я должен делать все именно, чтобы был мир и дружба. Поэтому эта акция очень важна. Акция «Дитя миру» проводится на протягу опошних 9 годов. За этот час у Гомельской области особливый статус отримали 462 дитяти. Студенты медуниверситета увольня от учебы час допомагают врачам у Гомельской областной больницы. Первый подобный студотрат сформировали тут у минулым годе. А сёлета жадающих стало вдвоя больше. Подробязности у наступном сюжете. Пятикурсница Дияна Ратнер спостигает профессию врача не только у стена Гомельского медуниверситета. Она проходит навучание на лечебном факультете и параллельно отрымливая практичные навыки у областной клиничной больницы. Знайти место по специальности, как оказалось, не так и просто, а лишь ее и пошанцевало. Я искала работу с 4 курса, вот как 3 курс закончили, сразу начала искать. Не было такой возможности, все места студентами были заняты, но в мае месяце я нашла место в областной больнице. Спасибо большое коллективу нашего отделения оториноларингологического. И у меня много друзей, которые с моего курса, с младшего, со старшего работают в отделениях. Ну, колоссальный опыт для того, чтобы стать хорошим доктором в будущем. От такого супрацовництва выгода усім. Керавництва говорит, нараканяў до працы будучих врачов нема. Студенты спостигают азы профессии с практичной кропки гледжання. У нейким сэнсе по паскоренной программе. А у штатного медперсоналу з'являється больше часу на допомогу тяжкохворым пациентам. После 3 курса они имеют право работать, студенты, в качестве средних медицинских работников. Поэтому они оказывают большое подспорье нам, а в 2016 году, то есть в этом году, уже сформировано 4 отряда из студентов по 10 человек. Они работают в отделениях, в хирургических отделениях, в реанимации, в нейрохирургии. В общем-то, в таких достаточно ответственных, серьезных отделениях. Зараз на Гомельщине студотрадовский рух набывает все больший размах. Яно и зрозумело, молодь активно хочет проявлять себе у разных сферах деятельности. И добро, коли в этом жадании их подтримливают. Организация вторичной занятости молодежи – это одно из главных направлений государственной молодежной политики. Поэтому в нашем университете, в том числе по инициативе первичной организации ВРСМ, правкома студентов, созданы студенческие отряды, через которые в течение года проходит более 500 студентов. Кроме этого, у нас студенты трудоустраиваются индивидуально, и в учреждениях здравоохранения города и области работают более 300 человек в течение года. Они имеют возможность, ну, что важно для студента, заработать какие-то деньги для себя. Те люди, которые у нас здесь и в студенческих отрядах, они и на сцене, они и в спорте, они и в общественной жизни. То есть они социально активные личности, которые, я думаю, что не подведут в будущем и наш университет, и нашу страну. Наталья Игнатенко, Ганна Ковалева, Ігор Марышченко, Телерадио, компания «Гомель». Цирковая студия «Арена» отзначила 10-годовый юбилей. За этот час юные артисты неодноразово становились переможцами и призерами самых престижных международных фестивалей и конкурсов. Разом со шматликими гостями артистов повиншавала и здымочная группа телеканала «Мазыр».
Мастерство жонглирования, эквилибристики и поветренной гимнастики тут могут научить практично каждого. Сергей и Ганна Кузнецовы, Дмитрий Соляник и Стас Плотников, Виктория Баграйонок и Стефания Турмович. У першиню на арену каждый из них вышел в совсем юном возрасте, а сегодня их имены ведают во всем свете. Вот эти все представления, которые мы проводим, большое спасибо горожанам всем, потому что они нас поддерживают, и каждый их приход сюда дает возможность оказывания какой-то помощи для дальнейшего развития. Первый значный юбилей заслуженный коллектив Беларуси отцветковал на сцене. У день народжения запросили самых отданных прихильников и близких сябров. За период своей творчей деятельности арена стала ведома далеко за межами Беларуси. Артисты студии неодноразово заявляли про себе гучными перемогами в Украинах СНД, Балты, Италии. Удельничали у белорусских и украинских телешоу, популярной российской телепередачи «Хвилина славы». Складанные номеры покорили журы не только детячих, але и дорослых конкурсов. Такие моменты, как победы на всех конкурсах, для нас очень памятны, потому что к ним мы идем очень долго и серьезно готовимся, не исключая и травмы, и какие-то ошибки. Не могу не похвалить, в общем-то, родителей и высказать им большую благодарность за то, что они всегда рядом. Профессийная постановка, виртуозные труки, стильные декорации и динамичная музыка, складанные грандиозное шоу. Многие номеры глядачи бачили у першиню. Кожный выход артистов неизменно сустракали бурными аплодисментами. Цирк галоўнае, чым жывуць гэтыя дзеці. Пры развітанні з гледачамі юбілейнага канцэрта яны паабяцалі хутка вярнуцца. На новае прадстаўленне калектыў запрасіў Мазаран у дні зімовых канікул. Кацярына Юрченко, Ілона Шаўлоўская, Алек Фіцнер, телеканал Мазыр. Спецыяльна для тэлерадыёкампаніі Гомель. Сегодня православные верники вспоминают Рождество про Святой Богородицы. Это свято установлено церквой еще у 4-м стагодзе и относится до лику 12-х святов, 12 самых важных у православия. Рождество про Святой Богородицы – это первое свято церковного года, яке начинается 14 вересня. Айцы церквы бачили сен свято у тым, что у свете з'явилось апошнее звяно долгого ланцуга людей, якія на протягу всей человечей истории змагались за чистеню и веру. И поступово со стагодзя у стагодзя подрыхтовали з'явление будущей Богородицы. То, якая народившаяся на свет, где перемешанное добро и зло, грех и святость, с самого початку обяре добро и будет жить у чистени. Робите добро, закликают и наши айцы, и пропонуют сбор сродков на лячение маленькой Киры Куруленко. По благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Гомельского и Жлобинского, во всех храмах Гомельской епархии пройдет сбор на лечение Киры Куриленки. Она больна раком. И вот уже у нас в епархии стало такой доброй традицией вот в 20-е праздники собирать денежные средства на лечение детей. Это уже будет третий ребенок, которому мы помогаем. То есть все деньги, которые будут собраны, пожертвованы прихожанами, будут перечислены на благотворительный счет и пойдут на оплату лечения этой девочки. И об спорте. Больше як 60 спортсменов приняли удел у першинстве в области по греко-римской боротьбе сярод молоди, якое прошло у Гомеле. На диван выходили мацнейшие атлеты 1993-95 годов народжения и молодей из усяго региона. Представництво довольно серьезное сярод удельников, призеры и переможцы международных спаборництвов. За пошних поспехов третье место Артема Белавусова на чемпионате Европы сярод юниоров. Дарэчы, он так само примал удел у областным першинстве. На минулой Олимпиаде Урея Джавид Гамзатов завоевал бронзу, доказавши высокий уровень школы греко-римской борьбы нашего региона. Не выключено, что сярод тех спортсменов, кто выходил на диван на этих областных спаборництвах, так само есть будущие олимпийцы. Тем более, что перспективных борцов достатково. Подрастающее поколение продолжает радовать нас своим участием в международных форумах первенства Европы, мира. И приносят медали наши воспитанники. То есть достойная смена растет. По выниках областного першинства будет сформирована команда, якая представит регион на республиканских спаборництвах. Яны отбудутся у снежне. И это была опошняя информация выпуску. Для вас працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи.